Крымтроллейбус получил 185 новых автобусов. Сегодня их представили главе республики Сергею Аксенову. На месте работает Султания Ситакаева. Султания, расскажите об особенностях нового транспорта и когда автобусы выйдут на маршруты. Здравствуй, Элимас. Продолжается обновление общественного транспорта в Крыму. Сегодня главе республики Сергею Аксенову представили более 180 новых автобусов. Они будут работать на газомоторном и дизельном топливе, вместимость до 100 пассажиров. Предлагаю послушать главу республики. Будет получено до 400 автобусов в общей сложности. Считаем, что как раз таки это позволит всем муниципальным образованиям закрыть проблему общественного транспорта. При этом у нас, конечно, стоит первая задача – это соблюсти баланс между взаимоотношениями государства и частными перевозчиками. Уверен, что в тех регионах, где частные перевозчики выполняют в полном объеме свои обязанности, это и по перевозке льготных категорий граждан, соблюдают расписание, не отклоняются от маршрута, они все останутся работать, то есть никаких, в данном случае, никаких последствий для них с точки зрения ведения нового транспорта государственного не будет. Так что вот будем работать. Первый транспорт сегодня выходит в городе Симферополе на маршруты. Уверен, что это разгрузит нашу сеть дорожную, так или иначе. Теперь транспорт становится не только доступнее и быстрее, но и комфортнее. В каждом автобусе установлены кондиционеры, видеокамера, валидаторы и даже телевизоры. Теперь пассажиры смогут комфортнее добираться до любой точки города. Сегодня на маршруты вышли 11 новых автобусов. Больше расскажем в вечерних выпусках новостей. Эльмаз.